Алло, добрый день. Это Евгений Сивков, ваш налоговый консультант. Как дела, коллеги? Да-да, по налогам звоню, конечно, по Минфину. Готовы? В общем, слушайте, такая история. Российская компания купила у иностранцев не исключительные права на программное обеспечение. Но платила все не компания, а купили через подотчетное лицо. Да, все верно, да. Купили на территории Российской Федерации. И вот Минфин разъясняет, что в такой ситуации компания наша становится налоговым агентом, как говорится, сюрприз. Да-да, все как обычно. Раз налоговый агент, значит, надо и налог на добавку стоимость начислить и налог на прибыль не забыть. В общем, все радости жизни в комплекте. Счетная палата кивнула, Минфин согласился, документы на стол, налоги в казну. Ага, да, письмо, и да, письмо, номер от 1 июля 2024 года, номер 03-08-05-61-104. Письма все официально. Ну что, вопросы будут? Нет? Тогда держите ссылочку под этим видео, изучайте первоисточник на досуге. А чтобы оставаться на волне налоговых новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Налоговый Вавалайка». Будем держать вас в курсе всех тонкостей, а заодно и деловым юмором порадую. Договорились? Отлично. Будем на связи.